Здоров, народ, всем добра. Расскажу о бортовом питании в экономе на примере завтрака и ужина от авиакомпании «Россия». Но начнем с того, что горячую еду нужно еще заслужить. Нет, нехорошим поведением. На рейсах длительностью до 4 часов получите либо круассан, либо сэндвич. Из Питера в Москву вообще печенька. Ну а если летите по-взрослому, вот чего можно ждать. Во-первых, вкусно. Правда, у меня по сути вопросов нет. На завтрак был выбор омлет или блинчик. Я выбрал второй вариант, они оказались с творогом. Съел с удовольствием, одно замечание. Зачем к блинчикам набор, который подходит скорее для обеда? Хлеб, масло, булка. Зачем расходовать картон? Что касается ужина, взял рыбу с рисом. Это и правда был кусок рыбы. Вроде треска. Вкусно. Съел целиком. Десерт, кстати, тоже понравился. И вот тут как раз бокс очень пригодился. В него аккуратненько поместилась вся грязь. Скажу, что было вкусно. Без изысков, но твердая четверка. Кто там кидается на Аэрофлот? Давайте ценить хотя бы то, что имеем. А это вполне себе уровень.